Москва сожалеет, что в США сохраняется русофобская кампания, запущенная еще при Бараке Обаме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Финляндии. По словам Лаврова, русофобская карта используется во внутриполитической борьбе в США, в том числе со стороны тех, кто не согласен с результатами президентских выборов. Как подчеркнул глава МИДа, Вашингтон так и не представил ни одного факта, который мог бы подтвердить серьезность обвинений в адрес Москвы. Так Сергей Лавров прокомментировал создание спецкомитета в Конгрессе США по противодействию России. Вместе с тем, по словам главы МИДа, Москва настроена развивать нормальные отношения с новым главой Белого дома. Насколько мы понимаем, в предвыборной кампании теперь уже президент Трамп выступал примерно с таких же позиций за развитие сотрудничества, взаимовыгодного со всеми странами, включая Россию. И соответствующий настрой подтвердился в ходе недавнего телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом. Расходы на создание спецкомитета в Конгрессе США по противодействию России включены в общий проект бюджета страны. Этот комитет, в частности, будет контролировать манипуляции со СМИ и распространение дезинформации. Тема якобы вмешательства России в президентские выборы в США возникла после проигрыша кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. Известный противник России, сенатор Джон Маккейн, ратует за введение новых санкций в отношении Москвы. Он обещал найти новый повод для этого и вынести вопрос на заседание Сенатского комитета по делам вооруженных сил.